вот мы почти в Баденском заливе. Осталось каких-то 150 дней. Сутки. Завтра вечером уже будем с сомалийцами чай пить горячий. Да, я просто не хочу. Я сейчас сэндвич сделаю. Что? Сэндвич с колбасой сделаю. Просто мне все любит. Борьба за живучесть. Юрик выбирает воду. Налило очень много после канала. Петя готовит. Ну и Шурик тут шарится. Спортом занимается. Все работают. Такая музыка у нас красивая. Целый день ветра нет. Шкребемся. Уже с ума сходим тут. Какие мы тарзаны. Вышел, вот.